плачем, плачем, Мишка, молодец. Вот туда, вот так... эти фишки мы специально часто поставили. А куда? Вот так по кругу езжаю, по кругу, по фишкам. Под ними? Между ними. Я не понимаю, а куда? Налево, налево. И где большие фишки, едем, все правильно. Да. И между большими фишками поедем. А я хотела и туда. Не надо. Прислушайтесь к конструктору. Куда дальше? Не надо много делать, солнышко, не надо. Мы едем вот сюда, между большими фишками. Не чувствую габаритов. Давай, все тут нормально. Ну да, молодец. Но вы чувствуете, на машинке уже ездили, потому что умеете пользоваться. Так, куда дальше? Чтобы, да, между большими фишками проезжаем. Ой, у меня уже нервы. Не, все прекрасно. Алексей, давайте для начала скажем, где мы с вами находимся сейчас. Мы находимся на новой локации, где находится Федерация автомобильного спорта. Это стадион технических видов спорта «Воронеж-Ринг», на котором федерация тренируется и проводит соревнования. А теперь такой вопрос. Зачем мы здесь собрали 5 наших красавиц? Мы решили с нашим дружественным народным изданием «Блокнот Воронеж» поучаствовать по инициативе федерации в этом замечательном конкурсе и решить все-таки и определить в честной спортивной борьбе лучшую девушку, кто лучше всех и безопасно, самое главное, управляет автомобилем. Тогда не затягиваем и стартуем. Повеселее, повеселее, ребята. Хорошо. Давай, поворачивай направо. И газку прибавляй, газку чуть-чуть. Давай. Направо. Налево. Куда теперь? Между большими. Давай, я помогу. Хорошо, и прибавляй, газку, прибавляй. Вот так, спокойненько, давай, потому что будет нормально. Я что-то сбила? Не, никто ничего не видел. Вы же. Просто его чуть.
коснулась. Не надо так резко. Давай газку по прямой. Прямо? Прямо. И сейчас направо. А здесь сейчас вправо сделаем. Право. Налево. Налево ворота. Направо. Давай. Направо. Заезжаем сюда. Давай. Влево руля крути. Крути влево руля, чтобы попасть в эти ворота. Да. Сюда. Нормально. Поехали. Да газку. А у меня что-то он пропал. Выжимай сцепление. Давай. Поворачивай. Немножко поспали, смотри. Ну, мы же не корову. Сейчас нагоним. Мы же не корову проехали. Большие ворота заезжай. Давай. Вот так, да. Итак, поспокойненько газку прибавляй по кругу, потому что вы хорошо едете. У вас чувство габарита очень хорошее. Для меня чуть-чуть. Давай газку. Тут прямая. Давай газку. 3 секунды теряем. Спокойно. Хорошо. Ну что, притормозили. Налево. Вот так, направо. Давай. И газку. Давай газку.